как минимум на 10% превысил показатели прошлого года поток туристов, посетивших Тверскую область минувшим летом. Таковы данные регионального правительства. Таким образом, Верхневолжье продолжило тенденцию прошлого года. По экспертной оценке, в текущем году ожидается, что туристский поток составит не менее 2,5 миллионов человек. Тему продолжит наш корреспондент. Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из ключевых секторов региональной экономики, позволяющим создавать новые рабочие места, открывать интересные объекты притяжения для жителей и гостей региона. В числе наиболее популярных направлений среди путешественников – Тверь, Осташков, Конаковский, Селижарские районы, Ржев, Старица, Торжок, Вышний Волочок. Растет и речной туризм. Если в прошлом году наш регион посетил более 10 тысяч туристов за летний период, то в этом году мы говорим о более 20 тысячах. Это на судах все? Это только круизные туристы. В настоящее время в регионе работает свыше 270 гостиниц и баз отдыха, более 170 музеев и музейно-культурных центров, а также порядка 40 объектов сельского туризма. По итогу минувшего лета высоким спросом пользовались загородные отели и глэмпинги. Загрузка таких объектов в регионе летом достигала 87 и даже 95%, в то время как средняя загрузка городских объектов составляла 70-75%. При этом в профильном министерстве считают, что бизнесу не стоит почивать на лаврах. У нас достаточно хорошие показатели и по системе гостеприимства, и по количеству номерного фонда. Вместе с тем необходимо нашему отельному бизнесу перестраивать свои концепции развития и ориентироваться на тот же круглогодичный отдых. А это значит развитая инфраструктура, анимационные программы. В случае успешного решения этого вопроса, отели Тверской области, в первую очередь загородные, смогут избавиться от традиционной для межсезонья просадки и активно принимать туристов в течение всего года.